Надеюсь, что он будет очень-очень-очень вкусным, сочным и мощным. Ну, я особо не фанат Тимати, но бургеры вкусные. Классно, что у нас в Ташкенте открылся вот такой вот ресторан Black Star. Очень классно, даже не знаем, что говорить. В Black Star бургере использована мраморная говядина, абердинус ангус, блэк ангус. Технология приготовления абсолютно разная, поэтому здесь право выбора. Я думаю, когда люди придут, попробуют, я обязательно жду вас всех попробовать. Сейчас мы стартовали техническое открытие. Приблизительно через месяц, возможно, полтора, будет состояться официальное грандиозное открытие, на которое приедет сам Тимати. Главное, чтобы выдерживали тот вкус, который изначально был создан. Я люблю, когда вкусно, когда все сделано по качеству. Очень хорошее заведение для семейного отдыха. Нам очень понравилось, все было так вкусно, здорово, организовано, персонал такой приветливый. И несмотря на ажиотаж первого дня, все успевали ко времени, так что премьера удалась. Очень рад, что мы открылись в Ташкенте, этот прекрасный ресторан, который открыт для всех гостей и жителей как нашей столицы, так и всего нашего Узбекистана. Мы всей нашей командой очень долго готовились, чтобы принести людям новый вкус, новые яркие цвета в бургерах. Надеюсь, вы все это оцените.